Production и Universal Pictures представляют тебя. Этот рупачок за чуткие тачки, умотанный моторчик купил из заначки. Так, у меня на районе есть автомеханик, девятины фарширует, как ботаник. Выше корешок, талант ебанутся, в его руках железяки трутся. Ему свою старушку дал на прокачку, чтоб он захуярил пиздец какую-то тачку. Ставил что надо, поменял колеса, глушок в пизду, это без вопросов. И чтоб точила была сила ебать, меха в салон, ему зон прокачать. И вот она, королева трассы, по центру хуярю. Похуй масса, Голливуд, на форсаж снимайте, сяло ебашит, мусора пропускай. Ебаш, ебаш, это форсаж, копейка, пятер, форева раша, наши моторы, батричком жут. Хули на весь дизель, хули Голливуд, ебаш, ебаш, это форсаж, копейка, пятер, форева раша, наши моторы, батричком жут. Хули на весь дизель, хули Голливуд, на дорогах уроду я один молодец, когда я газую, всем пиздец, мою ласточку далеко слышно. Понятно, что ты говоришь? Этого мало, ботаник снова. Хочу запиздять чего-нибудь нового. Но антикрыло, багажник сабвуфер, руль спортивный, а то как буфер. Подсветку неону, подниз девятины, ксенон ебануть. Так, для полной картины, запись асфота вместо сидений. О, теперь заебись для впечатлений, да? Вот она, королева гонок, убийца любых устных перепонок. И все Митсубиси, Субару и Ниссанчик. Знаете, как ездят ровные пацанчики? Ебаш, ебаш, это форсаж, копейка, пятер, форева раша, наши моторы бодрячком жгут. Хули на весь дизель, хули Голливуд, ебаш, ебаш, это форсаж, копейка, пятер, форева раша, наши моторы бодрячком жгут. Хули на весь дизель, хули Голливуд. Всем доброго дня! Сегодня на обзоре Audi e-tron. Машина абсолютно полностью электрическая. Вот, ну, конечно, уже это настоящий троллейбус. Даже в сравнении с Mitsubishi Outlander гибридным. Такие у меня зеркала идут. Ну, вернее, вид как зеркал, потому что там стоит камера. Там тоже. Вот так слышно звук электродвигателя. Есть проекция на лобовое стекло. В принципе, комфортно. Светофора. Ну, в принципе, да, есть. Да, динамика есть, приемность есть, все. Конечно, получше будет, чем Outlander. Так, вот мы выезжаем на автомагистраль. Ну, в принципе, если жать в пол, то есть приемистость ощутима. И я бы сказал, достаточно быстро набирает скорость. Настроил навигацию, разобрался. Вот, едем 70. И педаль в пол. Вот, и уже 120. Я бы сказал, что она даже получше разгоняется, чем, не знаю, Range Rover 4-литровый там. Ой, не, ну сколько там, короче, у нее 300 лошадей или что. Ну, блин, прикольно точила. Такой этот космолет. Такой вид в этих зеркалах. При перестраивании они моргают зеленым. Не, ну, за подхода, короче, указан вот здесь. Можете увидеть. 356 километров на данный момент у меня составляет. Так.
камеру, проходим. Вот, да? Уже 100. Прикольная тема. И ну, нету звука выхлопа мощного. Ну да. Довольно интересная машинка. Вот они. Технологии 21 века. Если правильно сказать. Зеркала, конечно, мне эти стрёмные. Ну, непривычно просто. Так, мы едем прямо. Такая дичь. В общем, мощность, если я не ошибаюсь, стандартная мощность идет 380 лошадей. Но есть, короче, режим буста, вот, и в этом режиме там на 8 секунд мощность будет составлять 408 лошадиных сил, но только 8 секунд. И, соответственно, при использовании этого бустера общая, я так понимаю, общая зарядка опустится, ну, то есть упадет уровень зарядки, скажем так, вот. Стоит туда не забывать об этом вообще, чтобы не остаться в поле без этого, короче, без транспорта, вот. Так что имейте в виду. В целом такая прикольная машинка, панорамная крыша идет. Да, друзья, крыша открывается, вот она. Можно с улицы снимать. Контроль, но я до контроля сейчас немного растоплю. Вот, 150. 170. Но 180 километров. Вот. И я хочу сказать, что ДВС нет, да. То есть двигателя внутреннего сгорания нету, машина значительно легче, ну я думаю где-то так на полтонны, да, вот, то, конечно, ну ее как бы, ну не то что сдувает, но легкая она вообще, лучше быстро на ней не ездить, я так считаю. Да, также есть контроль полосы. Бросаю руль. Да, и она подруливает. Там горит у меня этот. Короче, загорается красным этот. Вот, говорит, возьми руки в руль. Возьмите руки в руль, пожалуйста. Но, тем не менее, прикольная тема. Честно говоря, звук мотора мне напоминает какие-то эти «Звездные войны». Если натяг давать. Так, подвеска. Едем 56 и без особых, короче, этих заморочек. Вот, и слышите, да, как какой-то космолет. Это у нас 2020 год только. Ну, что будет дальше, я не знаю. А ну-ка.
чё так уходит? Без пробуксовки, конечно, но неплохо с места уходит. Не, ну, эти зеркала, конечно, у меня нет слов. Свою позицию Михаил Тимофеевич обосновывал тем, что малокалиберное пуля имеет низкую пробивную силу, а пулю АКМ не остановит даже легкая броня. И все же конструктор не мог стоять в стороне и принял участие в конкурсе по созданию нового оружия. В финал вышло оружие Калашникова и Константинова. Не стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся, и не обламывайся, не бросайся в крайности, не карай себя, все приукрасится. Не стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся, и не обламывайся, не бросайся в крайности, не карай себя, все приукрасится. С кем ты куришь, кто твой кореш? Кому похуй, с кем движение наводишь, с кем вдыхаешь запах бакса. АК-47 мощнее любого дракса. Может, ты великий физик, может, ты солдат. Мути свое, пока менеджеры спят. Может быть, ты даже укротитель тигров. Улыбайся, твое имя в титрах. Тебя бросала Оля, тебя бросала Неля. И заметил свет в конце туннеля. В этом море симпатюли чьи-то дочи, а джарик всех под покровом ночи. Не стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся, и не обламывайся, не бросайся в крайности, не карай себя, все приукрасится. Не стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся, и не обламывайся, не бросайся в крайности, не карай себя, все приукрасится. Все в порядке, ты такой, как есть. Твоя земля здесь, ты куришь легальную смесь. Ты попал в сеть, променял успех, и теперь покупаешь в пакетах смех. Или продаешь, расскажи, чем живешь. Понимаю, тебе золотая молодежь. Кто как мутит, кто как крутит, кто-то тупит, а ты вроде бы умный. Друзей закрыли по отпечаткам пальцев, а ты с доплатой фольца поменял на ланцет. Ты купил, чтобы продать подороже, навариться, но об этом позже. Камера заднего вида идет. Фокусировочка что-то не очень. Так, сейчас быстро пробежимся. Так, багажник. Так, вот такой кабель. Докатки нету. Ну, все цивильно. Все так. Сетка такая, короче, я так понимаю, это батарея, наверное, 300 что, миллиампер или что, короче, или мегаватт, не знаю. Здесь тоже, ну, в общем, я так понимаю, это батарея, наверное, скорее всего, я не знаю. Ну, проверять не будем, что будет, если отключить. Да. Этот ящик вынимается. Вот какой-то это датчик, короче. Так что такие дела. Сеточку обратно, аптечка есть в комплекте. Так, кнопочка у нас чик. Диски массивные, огромные. 21-е диски. Тормозные тоже неплохие. Так. Сзади более чем достаточно места. Это похоже на алюминий. Так. Здесь тоже места достаточно. Подлокотник. Чикс. Подстаканник. Теперь еще и закрой. Вот. Здесь еще открыть можно. Тоже бардачок такой маленький. Здесь у нас монитор. Здесь все будет показано, что к чему. Есть там внизу два. USB есть просто 12 вольт. Есть такие штуки сиденья.
огромные. А, воздуховоды еще здесь. По бокам. Сиденье. Кидаются таким макаром. Побольше места будет. Так. Тоже здесь. Ну, тоже на пластик похоже. Сиденья электрические. Бардачок. Ну, бардачок, конечно, большой. Так, и вот, собственно говоря, как выглядит камера. Слаживается вот чик. Можно сложить при необходимости. Бардачок. Так. Бардачок. Вот. Ну, вот, собственно, вся эта силовая установка. Ну, я вообще абсолютно никакого не имею понятия, как оно все это работает, но с виду интересно, в общем. Какая-то штука алюминиевая. Там вот какой-то подход воды или охлаждающей жидкости. Ну, это что снимается? А, во. А, то есть здесь вот зарядка, короче. Понятно? Такая тема. Ну, короче, сейчас испытание спорт-режима будет. Вот так вот. Так, из интересного это... А, ну, сейчас нет. Сейчас я заведу мотор. Вот. Вот. Мое сиденье подъезжает, да? Если заглушить. Так, понятно. И вот тоже. И люк. Люк. Ага, люк. Люк что? Заводим. Опа. Такая тема. Так, МП. И как оно выглядит? Опа. Открывается такой вид. Так. Шторка закрылась. Интересно. Так, ну давайте. Общие уже ездовые характеристики были, но сейчас спорт режим. Так, сиденье чуть вперед. Яу, это АК-47, Витя и Максим. Витя и Максим. У Любы было два продуктовых магазина. Аренду бизнес-леди всегда вовремя платила. Она трудилась и копила, чтоб покушать было. Билась и об лед, как живая рыба. Приходили азеры, предлагали крышу. Мусора интересуются, чем Люба дышит. А у Любы дочь еще и муж ушел. Но Люба крепко на ногах, несмотря ни на что. Открыла лавку, берет с овощебазы. По двойной накруточке отлетает сразу. Молодую девочку взяла на подкормку и с жалости вроде приняла на работу. Любе безразлично, что у других на личном. Начинки человека разбирается отлично. Подарок от подруги — карликовый пинчер. Квартира от мамы где-то в Мытище. Предприниматель Люба любит Куба. Давно не ела крупы и не ходила в клубы. Кожица в солярии, у дантиста зубы. Люба чернобурочка, розовые губы. Предприниматель Люба любит грубо, давно не ела круглые и не ходила в клубы. Кожица в солярии, у дантиста зубы.
Люба чернобурочка, розовые губы. Дуют ветра, зима, надо менять резину. В кризис нет навара сильного от магазинов. И надо как-то проявлять смекалку. Стал ухлёстывать сосед намерений с мигалкой. Так-то жалко, что Люба не алка. Люба красивая, но Люба не давалка. И чтобы к ней подкатить, мало этикетки. Она конфетка сладкая, не то что Светка. Нет рядом человека, который подкрутит резетку. Дома чистота, так у Любы с детства. Приехала подруга к ней из Донецка, у которой роман с перцем из Одессы. Люба местная как раз из того теста. Дома в аптечке лежат два розовые теста. Осталось два прихлопа, два присеста. И Люба купит Мерседес себе компрессор. Предприниматель Люба любит Куба. Давно не ела крупы и не ходила в клубы. Кожица в солярии, у дантиста зубы. Люба чернобурочка, розовые губы. Предприниматель Люба любит грубо, давно не ела круглые и не ходила в клубы. Кожица в солярии, у дантиста зубы. Люба чернобурочка, розовые губы. Где достать кэш? Это под вопросом. Еще без тачки, но уже с бабосом. Можно просто бухать и курить. Можно что-то продать и что-то купить. Можно ростить сорта редких растений. Искать наживу среди газетных объявлений. Оказалось, что она ресторанный гений. Сама не знала, подсказал Евгений. У Любы теперь есть за что зацепиться. С курой по-пекински и итальянской пиццей. Дорогая мебель, дорогая тачка. Дорогой не дурень и финансов пачка. Предприниматель Люба любит грубо. Давно не ела крупы и не ходила в клубы. Кожица в солярии, у дантиста зубы. Так, Audi e-tron. Теперь в спорт режиме. Ну, в общем, в спорт режиме, конечно, просто улетает. Прям не знаю. Подвеска, конечно, замечательная. Еду 80. Через 600 метров поверните направо на съезд. Поверните направо на съезд. Так, сейчас выйду на автомобиль. Электропоезде. Так, Оскол. Разгоняться, конечно, она замечательно.
тратяга, конечно.